Так, мы выходим из дома. А всем привет. Всем привет. Всем привет. Мы сегодня выходим на улицу, но такая погода у нас. Замечательная, да? А куда мы поехали, Дима, с ведром? Куда ты собрался, Дим, с ведром-то? Мы поехали, куда мама говорила. А это куда? Может, мы поехали в сад собирать ягодку-клубничку, да, Дим? Дима сказал, полное ведерко наберет. Ну-ка проверим погоду. Давай пойдем посмотрим. Ну, Дима решил проверить ведерко со всех сторон, да? Что там, Дима? Ведро там? У тебя на лице, да, прям? Ой, там маленькое еще ведерко есть, да? Ну вот, мы вам показали пустые, надеюсь, что мы их наполним ягодкой. Вот мы подъезжаем уже к нашим садам. Открыто. Приехали, выходим. Так. Целая плантация. Так. Так, Дим, ты знаешь, как они ягодки-то растут? Смотри, Дима, смотри, вот так открываешь. Вот, вот так, вот видел такие? Вот это ягодки. Ты нашел хоть одну? Ну-ка покажи. Вот первая ягодка наша, да? Давай дальше, проходи. Сейчас мы наберем Дима, целое ведро. Вот так вот открывай, посмотри, какие вот. Открывай листочки, вот так вот открывай. Вот какие растут. Открывай. Вот она, смотри, как растет, спряталась, а, да? Вот, Дима, смотри, ну-ка какие. Покажи, вот. Ой, какие веточки, Женя, смотри. Ой, вот, красота. Вот. Дим, нашел? Зеленую, Дим, не надо рвать. Зеленую не рви, ей же еще надо расти. Надо только красные, крупные. Красные вот такие собираем. Вот такие, Дима. Красные куда? Эй, Дим. Вот такие. А красные ведерком. Вкусно? Я вам тоже помогу. На, Волке, ведерко. Я есть помогу. А, давай сам найди. Только самые красные ищи. Да. Да, нашел? Да. Да, ну-ка. Ну-ка покажи, покажи, покажи. Вот она. Так, давай. Ведерко складываем, ведерко. Мы же договорились, целое ведро. Да, ну-ка, Дим, вот здесь еще найди, Дима. Вон как нашел. Вот, вот как. Раздавил? Сразу в рот. В рот клади, значит. Ой, Дима, а вот тут-то какие-то, посмотри-ка. О, какие красавчики. Это самые первые вам. О, какие забабихи. Клади в ведро. Вот это да. Вот, где она в рот-то войдет, Дим? Ой, не вошла, да, сразу, Дим? Конечно. Правда, большая. Какая большая. Вкусно? А это можно мама съест? Можно. Там у нас потом будет горох. Смотри. Вот это, Дима, ты нашел. Клад. Целое семейство, точно клад. Ну-ка, Дима, сколько штучек у тебя? Три. Три? Два. А вот здесь будут яблочки, смотри. Видишь яблочки? Потом будут яблочки. А вот здесь будет крыжовник. Ты крыжовник? Да, мы любим вот крыжовник. Здесь, да, вот красный, вот здесь зелененький. Красный крыжовник. Особенно. Почти что спелое, самое вкусное. Ну вот. Вон у Димы, посмотри, какая. Вот у Димы. А у меня, смотри, какая. Мартинь-то какая, боже. Дима весь уже как ягодка. Да то я тут. Ты тут уже, да? Такой чумазик. Ты земляничку попробовал? Ах, тут еще вот. Где земляничка? Вот она немножко помельче, но тоже очень-очень сладкая. Дима, давай ведерко свое. А вот эту ешь вот. На, под земляничку ешь. Вот земляничка. Ну-ка, покажи. Ну-ка, ты справишься с ней? Ага. Одна ягодка и целый рот. Дим, ну покажи, что ты там сорвал, Дима. Ты где? Побегай вокруг дома.
Дима! Дима спрятался. Покажи огурец, какой ты сорвал. О, какой огромный огурец. Нифига себе, великан. Это великан! Великан огурец. Пошли, гараж. Пошли. Его не разломай только. Будем кушать его потом. Так. Здесь гараж. Идем к деду в гараж. Ну показывай, дед, гараж твой. Во. Смотри, сколько всякого барахла у деда в гараже. Это он уже убрался здесь, да? А у деда тоже такая есть. Ну, он нас возил. Тележка? Да. Тележка. А где выключатель света, знаете? Да. Выключите. С другой стороны. Осторожно, стекла только здесь. Вот и тележка. Нет, молодец. Куда это, Дима? Опять, давай вокруг дома. Побежали вокруг дома. Куда ты, в дом пошел? Ой, в доме разуваться надо. Пока, а я с другой стороны тебя поймаю сейчас. Там встретимся. Я тоже хочу. Ты беги там, а я с другой стороны пойду. Не, я где тоже. Я сюда. Ну иди туда. Вот и встретились. Огурец автомат. Я в чуплетку врезал. Та-дам! А кто такой чуплет? На тебя были. Спасибо. Дима, это ты ягод столько собрал, да? О, молодец какой. И огурец сверху положил. Отдохни. Устал, насобирал все. Ягоды все собрал. Давай посидим. Я нашел лестницу. Пап, я же там нашел. Ты нашел лестницу? Да. Ну пошли проверим, а что там. Ну за мной. Давай, иду за тобой. Куда идем? Ух ты, какая лестница. Давай залезем наверх, посмотрим, что там. Первый вкус. Давай, залазь. Давай за папой. Вот, папа. Пошли полез вместе. Вот, раз, давай. И мы за тобой за ним полезем. Пошли. Пойдем. Не боись. Не бойся, лази тут везде. Тут да, а потом мы тебя снимем, а как же? Вы можете открыть окно на балконе? Пошли на балкон. И посмотреть. Где? Пошли вон туда. Там, да. Жень, вон эти молочка на двое. О! Можно тут посидеть. Классно тут? Да, смотри. Давай окно откроем. Жарко здесь. Да. И посмотрим. О! Что? Вон мы там внизу бегали. Пошли, да, я тебя подниму. Я туда улечу. Не улетишь, я ж тебя держу. Ну как, классно? Вот мы тут бегаем вокруг дома. Вон ведро наше стоит внизу. Вот, а здесь смотри. Иди сюда. Залазь, залазь на диван. Где? На диван, залазь. Ну просто не бойся, залазь. Сейчас посмотрим в окно. Ого. Вот так, а вот тут мы были, да. А вон наша машина, да, стоит, да, внизу. Будем спускаться вниз? Да. Я боюсь. А вот труба от печки, Дим, смотри. Труба от печки туда наверх уходит. А тут еще знаешь что? Здесь есть еще секретное место. Какой? Смотри.
Вот, смотри, секретное место, Дима. Видишь? А я хочу туда залезть. Ну там грязно, туда не надо лазить. А так там, я раньше всегда прятался там. Всегда прятался, никто найти меня не мог. Очень круто. Я так хочу прятаться. Ну потом как-нибудь приедем, попрячемся. Давай. И тут еще один такой есть. Какой? Пошли. Вот сюда. Во, идем, смотри. Вот. Смотри. Я сюда раньше лазил. Лазил. Видишь, секретный ход тут. Классно? Да, я боюсь. Сейчас спустимся. Пошли вниз. Мы свою миссию выполнили, да, набрали вкусных ягодок. И поехали домой. Пока-пока. Пока. Пока.